Всем привет, ребята. Вот у Владика бритва Philips. По-моему, мы где-то начинали, да, снимать это видео. Давно бритва сломалась. Вот, поищем, если что, вначале прикрепим. Ну, нет, так вот. Головка, смотрите, головка бритвы. Блин, 900 гривен стоит оригинал. Вот у него оригинальная, она 100 долларов стоила. Вот. Ну, и сейчас, по-моему, в розетке, да, по 100 долларов. 2600 эти Philips. Очень качественная бритва, очень классная. Вот. Чем отличается от неоригинала? Пластмасс классный. Пластик. Он вообще шикарный. Все так классно. Мягенький такой. Ну, как вот Honda у меня мопед. Родной пластик японский был. Он такой классный, знаете, такой. Немножко такой податливый. То есть он не хрупкий. А вот купил уже замену там. Фартучек этот. Блин, уже говно, а не пластмасс. Так, ну неважно. Смотрите. Головка очень сложная. Почему она и дорогая такая? Видите, тут плавающие три лезвия. Вот она вся прямо вот гуляет, смотрите. Очень классно. Но у него, вот у Владика, ну он, наверное, брился, как не знаю. Да так ожесточенно свою бороду. И вот тут сломал. Видите, сломалось. Я теперь взял тоненькое сверлышко. Вот так руками прямо вкрутил. У меня такое было. Еще Советского Союза, смотрите. Набор тут вот этих всяких штучек. А у меня откуда-то, когда-то я купил вот такое сверлышко тонюсенькое, миллиметр всего. Взял вот так вот. Сейчас покажу все, я буду все равно это все теперь клеить на эпоксидку. Сейчас мы вам все, ребята, покажем. Так, Владик, видишь, оно так плотненько заходит. Классно сделал. Вот такое со скрепки, скобочку. Вот видите, оно сломалось. Пробовали разный клей, дихлоритан. Ничего не берет, зараза. Вот. И тут нельзя, чтобы там торчало оно нигде. Тут вот только можно с этой стороны, чтобы торчало. То есть, чтобы здесь нигде, вон, видите, куча механизмов не зацеплялась. Поэтому, что было сделано? Взял вот так вручную. Сверлышком вот так высверлил. Немножко вот на длину, видите, вот это. Ой, магнитится. И вот так здесь взял, руками прямо вот так, раз, 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 высверлил, раз, раз, поняли? Вот, можно было еще, смотрите, даже вот так взять, еще здесь просверлить, потом здесь, и взять туда втулку еще, вот такую со скрепки тоже сделать, так вставить, все это эпоксидочкой промазать, и еще этой скобкой. Ну, наверное, нет. Скобки вот этой хватит, да? Хватит этой скобки, потому что мы тут тогда уменьшим мясо. Мясо меньше будет. Поэтому я вот сейчас вот сюда... Помните, у меня двухкомпонентная была? Ноутбук когда-то клеил. Ну, четкая эпоксидка. Вот. Здесь капелечку капну. Вот так соединю. Немножечко там капельку, чтобы нигде не выступало много здесь. И сюда капну. И скобочку туда опять заряжу. И еще здесь помажу так. И она быстро засыхает там. Несколько минут и все. Вот такие планы. Значит, что по скобке. Ну и заодно мы же начали вот эту скобку делать. А там грязи набилось. Хоть вот это вот, смотрите. Бритва, она чем классная. Вот эту головку прямо в воде можно мыть. То есть вот смотрите, первый вот этот полностью в сборе, да, механизм. Я его весь разбирал, там почистили, помыли. От бороды Владкиной. Вот. Теперь смотрите. Да, при разборе, кстати, вот это ж не путайте. Вот эта пара. Они уже притерты. Ножи самозатачиваешься. Их не надо затачивать. Многие там на бритвах я видел, там на наждачки вот так берет. Ну что, больной вообще. Не надо точить ничего. Они, если фирменные нормальные ножи, они самозаточные. Вы вспомните советские, Харьковы вот эти. Вы что, их когда-то точили? Никогда их никто не точил. У них проблема была, просто сеточка-то стиралась. И выламывалась вот эта перегородочки, ну, уже от того, что сильно тонкие были. Ну, их меняли, да, и все. Кстати, я не понимаю, почему в запчастях вот не продают вот на эту головку. Ну, вот, ну, просто вот ножи. Вот же оно разборное, ну, блин. Ну, просто вот эту вот часть, да? Ну, сделайте людям в продажу. Хер там, блин, покупай только новое. Так, я вслух, да, поругался. Ну, а как, ребята? Так, теперь смотрите, показываю еще раз. Вот головка эта, смотрите, как она разбирается. Берешь так, клац. Помыть вам надо, видите, до щелчка.
Очень качественно, я говорю, такая работа ювелирная тут. Почему она и дорогая, эта головка? Вот тут я, кстати, не разбирал, видите, механизм вот этот. Я туда не стал уже лезть, не знаю. Там я не знаю, как устроено. Ну, шестеренки какие-то на три выходят вала. Так, дальше отвлекаюсь вечно я. Вот, смотрите, клац. Разбираем. Вот, вы можете промыть даже, вот снять, да, это. Но не путать с этим. Оно уже в паре притертое. Нельзя, поняли, путать. Поэтому вот так вот разобрали, раз отдельно в пакете где-то положили. Вот. И вот смотрите, механизм как устроен. Вот это вы снимаете. И теперь вам надо, допустим, разобрать, да, долезть вот до сюда. Вы берете, смотрите. Сейчас я свет, очки увеличитель. Вот, а ты, Владик, будешь зумчиком. Так, итак, давайте вот, допустим, вы хотите разобрать головку вот эту снять, да? Смотрите, вот защелочка. Берете ее раз и снимаете. Вот, я не буду уже снимать, ребята, уже надоело, времени нет. Я вам просто покажу, как я буду собирать, и вы сразу поймете, как разбирать. Смотрите, сейчас давайте эту сторону пока, чтобы вы не перепутали. Все, это у нас собрано. Теперь смотрите, давайте собирать, и вы все сразу поймете. Вот давайте следующий. Смотрите, то есть поняли, вот это запчасти так, да, разбираются. Вы можете разобрать, там почистить все. Тут бороды набивает. Вот, теперь давайте соберем. Значит, смотрите как. Вот видите, три прорези. Вот раз, два, три. Две здоровых. Их надо напротив. Вот видите, крепление для плавающего механизма этого. Вот, сопоставили. Вот этот сюда. И взяли, так придавили, покрутили. Все, оно на месте стоит. Теперь, вот этот сейчас не нужен вам. Его самый последний будете одевать. Так, теперь. Я, блин, для себя больше всего это видео снимаю, ребята. Ну, забуду потом опять. Память же, она не резиновая. 128 мегабайт всего. У меня маленькая память, да? Так. Теперь смотрите, что надо нам. Нам надо. А вот, блин, уже и забыл, видите? Ага. Вот это застегнуть. Но застегнуть надо сначала. Вот этот ободок пластмассовый. То есть вот тут штифты, видите, плавающего этого механизма. Его надо сопоставить. Вот так. Вот так вот. Вот, видите, он в пазы свои влез. Все, сеточка на месте. Этот механизм на месте. И теперь фиксирующее колечко. Так, а сейчас его. Вот память, блин. Вот это ж по этому видео и снимаю. Смотрите. Поэтому смотрим. Да, Владик, да? Его сейчас одеваем. Или нет? Или вот это сначала? Так, Наталья пришла маяться, мешать нам видео снимать. Скажешь ребятам что-то, не? Не хочет, молчит. Он только мешать нам может. Так, Владик, вот так сейчас это. Уё! Ну да, вот, ребята, вот-вот. Все, все, все. Все, я вспомнил. Так. Теперь надо вот это кольцо одеть. Блин, как все сложно. Офигеть. Вот это Филипс заморочился, да? Но зато, конечно, бритвы у них классные. Сами знаете, у кого Филипс. Все, видите? Одеваем. Оп, до щелчка. Смотрите. Владик, видно? Ну, хоть у меня большой стал опять. Хорошо, что не срезал. Сейчас помог. Все, видите? Защелкнул сеточку. Вот у вас в сборе уже эта штучка. Все. Все. Так. Вот оно так будет, видишь? Теперь. Здесь тоже, видите? Заклепочки. Защелочки. Какие заклепочки? Что я мелю. Вот. Вставляете. Вот так вот. Вот тут застегнуться должно и здесь. Сейчас я на третьей покажу еще заклепочки. Еще раз. Поближе. Видите? Владик, сможешь в следующий раз со мне? Если не идет, то так
Ну не пихай. Значит, где-то не попало что-то. Но сильно ничего не надо делать. Так, это стало. Что тут мешает? А, нет, все нормально. Сильнее просто чуть-чуть. Надо сильно и нежно. Все как с женщиной, да? Все, смотрите. Вот у нас собрано. Уже две головки собраны. Ну, представьте, как оно все ходит. Как этот, скажи, трансформер какой-то, да? Так, теперь вот этот последний момент надо обязательно показать. Потому что я мучился. Вот. Вот, смотрите. Вот, как устроены вот эти заклепки. Вот они сюда выходят, видишь? Наружу. Можешь увеличить? Вот эту заклепку. Да, блин, заклепка. Не заклепка, а это. Вот, видите? То есть здесь просто две таких, два отверстия. А здесь торчат вот сами фиксаторы эти. Соответственно, здесь в пластмассе. Сейчас я вам перекручу. Вот, видите, ответная часть. Вот, как в мониторах, да? Видите? Клац. А здесь вот внутри. То есть поэтому, когда вот оно застегнуто, и когда вы разбираете, вам надо будет взять вот такую отверточку тоненькую сделать, где она вот вытащил специально. И вот так вот, Владик, видишь? Вот представь, оно тут застегнуто. Тебе надо вот так вот сюда вставить, вот так сюда вставить. И вот так вот повернуть, и сюда раз выковырять. Понял? А здесь, с этой стороны, вот он, доступ есть. Клац, вот так и все. Понятно с этим, да? Ну, вот такой механизм. Что-то еще тут надо? Как ты думаешь, нам самим даже что-то надо еще запомнить, не? В принципе, все показал, да, устройство? А ты, кстати, моешь, когда тоже вот так открывал? Ну, вот эти не надо, потому что повыпадают. Ножи повыпадают, и ты их можешь перепутать. Эту не надо открывать. Или по очереди. Одну промыл, достал там щеточкой, полазил, понял? Потом закрыл вторую. Разобрал, помыл. Так. Давай поставим теперь нож, чтобы не попутать. На вторую. Так. Все, у нас в сборе это. Осталось последняя третья. Ну, а третью сейчас, значит, как мы и хотели, эпоксидочкой заклеим и продолжим. Так, ребята, блин, пока мы в Киеве были, что тут Андрюха клеил, почему-то неравномерно клей ушел. Поэтому я, чтобы спустить воздух, разрезал здесь. Они же были вместе соединены, чтобы вы одинаково выдавливали. Ну ладно, тут такое. И, блин, было немножко подстывшее. Пришлось отверточкой проковырять. Так, нам надо-то капельку там всего. Там такой мизер надо, что я даже... Столько и выдавить, наверное, не смогу. А что такое заклинило опять? А, вот пошло. Пошло. Надо одинаковую дозу. Ой, мама. Такс. И второго. Сейчас этот назад чуть-чуть подтяну. Так, и отвердитель. Столько же надо. Так, есть, да? Так, назад чуть-чуть. Подтягиваем и закрываем плотненько. И все. Ну, представьте, сколько лет уже этому клею. Все четко. Еще до того, как мы в Киев ездили, сколько уже лет, блин, прошло. И там ноутбук я клеил, где-то есть видео на канале. Петли ноутбука. Ну, вообще до сих пор человек не жалуется. Сейчас уже тот ноутбук просто устарел. На нем уже и YouTube там тормозит. Так, Владик, понял? Двухкомпонентная. Ну, эпоксидная смола. Только это быстро застывает. То хорошее, что она моментально. Ну, не моментально. Там часочек у нас есть. Хорошо перемешаем. Потом туда этого клея нанесем. Остальное выбросим. Кстати, а ну вспомни, что у нас приклеить можно. Чтоб не выбрасывать. А знаете что? Вот что. А, я уже приклеил. Ручки вечно слетали. Ну тогда вот.
Вот эти ручки, да, мазнем. Итак, ладно. Для ручек этого мало. Короче, вот так вот решили. Ну никак больше. Это пластмасса какая-то. Как и в манжетке, манжетка тонометра. Кстати, может тоже мазнуть. Да не, мы решили закажем сейчас в интернете резиновые парочку, да и все. В Китае, может. А, так и не нашел, не? В Китае. Вот, блин. Только в сборе, да, все? Только в сборе, да? Да. Блин. Ну что делать, а? Ну почему все в сборе всегда продают? Оно ж дорого. Как и вот эта бритва. Ну что, отдельно нельзя запчасти? Вот разработали вы хорошую технику какую-то. Ну блин, ну делайте ее. Вот только ее и делайте. А хлебопечку придумали или СВЧ-печку? Ну блин, ее только вот и делайте. Нет, все у нас как-то через сраку. А потом плачут. Экология, засрана, все. Грета это кричит, ай, все, засрали. Ну, так, конечно, засрали. Делают одноразовые вещи. Ну что это, вот как вот с ними бороться, а? Ну так, Владик, понял? Смотри. Ну тут вот можно так для укрепления сделать. Типа так. Немножко подстынет. Можно лишнее снять. Ребят, все. Вот и все дела. Сейчас соберем, покажем вам. Так, ребятки. Вот такая классная бритвочка. Литий-ионные аккумуляторы. В любой момент можно зарядить. И не ждать. Ух ты! Yes! Владик доволен? Да, Владик доволен. Наконец-то он будет... Не Харьковым бриться. А что это будет? А, тихо, вот это, да? Подстригалка. Ну вот. Наконец-то у тебя опять бритвочка на ходу. Не, ну классная, да? Конечно, Филипп. Молодцы, ребята. Вот зарядочка для нее такая. Умеют делать. Ну и главное, говорю, вот можно просто в горячей воде промыл. Вот так. А ты механизм вот этот моешь. Там уже тоже надо разобрать уже. Посмотреть, что там. А ладно, в следующий раз неохота. Даже не пойму, как он. Видишь, там тоже тяжело будет понять, как. Но это, ребята, буду разбирать, тоже сниму видео. Похоже на защелках. Болтов никаких нет, да? А, вот же. Какой-то, смотри. Стопорная хрень какая-то. Вон, видите, стопорное кольцо, да? Или нет? Или да, или нет? Непонятно. Может, кто-то знает, где купить оригинал, но подешевле. Блин, 900 гривен за вот эту штучку. Как-то, блин, жаба давит, да? Кстати, вот, хорошо заклеилось. Все, нигде там ничего не мешает. Видишь, Владик, нормально? Ты вот так, да, берешь? Раз, когда моешь, да? Раз, открыл, помыл. Видишь, одну крутишь, они все три крутятся. Ладно, ребята, все, всем пока.